Почему-то я был рад видеть эту злюку Аню. Может, дело в том, что она наконец перестала язвить? Похоже, ей просто стыдно, что она бросила напарника на поле боя. Извини, что я раньше с тобой как с мальчишкой. Как увидела в деле, поняла, ну, Хантер не случайно тебя выбрал. Просто он сразу понял, а я не сразу. И из-за меня ты чуть не погиб, понимаешь? Хантер для меня был... Ай, ладно, что я тут? Ты собирайся. Скоро наши прибудут и двинем на Октябрьскую. Тут, кстати, торговец-оружейник заночевал. Присмотрись, есть неплохие стволы. Вот правильно, доченька. Помогите старику выжить в наше нелегкое время. Прикупите пару стволов. Ну что там? Сообщили, что выдвинулись. В дороге. Скоро должны быть. Отлично. Саня, а что там в эфире нового? Как международная обстановка? Короче, такое дело. 10 лет в эфире, помехи одни. А месяц назад поймал. Настроился на Питер, лично. Они, между прочим, про нас знают. К ним, короче, прилетал кто-то из Москвы на самолете таком старом, ну, спортивном. Да у тебя уже и складывать некуда. Да, картечная, эту байку я высший слышал. Класс, сам крутил. Бери. Шарики, отборные, чистенькие. Потому что Лондон там выезжали, даже Нью-Йорк. Я тут до завтра буду, так что если что надо, не стесняйся. А вот зато на севере у нас город есть, Полярные Зори. Там рядом АЭС еще. Там выжили люди. С ними говорил. Говорят, варвары их какие-то осаждают. Но они держат пока оборону, держат. Завидую тебе, Саня, складно врешь. Тебе надо было в Большой устроиться, пьесы писал бы о жизни нашей скорбной. А то Шекспир, понимаешь, устарел. Ты в катакомбах бывал? Как там? Да проходили как-то. Древние церковные катакомбы. Даже представить себе не могу, сколько им лет. Вот и войну ядерную пережили. Во время войны в них люди из церкви прятались. Потом куда-то сгинули. Может, в большое метро перебрались, а может... Ну, всякое болтают. Это ты про большую мамку? Это еще кто? Ух ты! Наши-то как быстро домчали! А ну-ка проверь, на всякий случай. Пароль. Застава! Старый пароль! Чёрт. Голос знакомый, черт, не могу вспомнить! Стоп! Да это Лесницкий! Сюрприз. Нет, Анечка, я вас не предавал. Просто вам я никогда не служил. Нет! Эту с собой. Все, живо, уходим.
Yeah.